Крычка идет из-за этого, из-за полей, из-за дороги, там поля. Там озеро целое, поля тает, на полях снег. И через трубу идет сюда. Все. И с улицы Юбилейной. Кювет хороший, и идет сюда. Все идет сюда. Все, сейчас вода начнет сходить, и все уйдет куда? Весь навоз уйдет туда, в речку опять. И яма, получается яма, что проседает же, грунт уходит. И получается яма. Вот сейчас старый нас перенесет. Сын, а вон дед идет, сейчас перенесет. Сын, и лес на лужу, вон дед идет, сейчас нас перевезет. Там еще что плохо, что у него как асфальт шел раньше. Главное то, что труба вот сточная, она не работает. Если бы работала, она бы проходила все. И людям свободно бы ходить можно было. Досок купил, поехал, да, поехал, купил в Ивановке. И вот делаю хоть более-менее, а иначе как? А у вас это единственный магазин, нет? Да, ну там есть, но он маленький. Это самый основной, да? Да, это основной магазин, и люди-то в основном-то здесь находятся.